В подъезде дома номер 5 по переулку Первомайский царит непривычная чистота и порядок. Недавно здесь закончился ремонт. Это стало возможным благодаря сознательности и организованности жильцов. Люди смогли договориться и собрать нужную сумму. Ведь по закону ремонт подъезда оплачивается его жильцами. А сами ремонтные работы выполняют сотрудники ЖЭУ. Стоимость ремонта входит в штукатурные работы, малярные работы, ремонт поручней. Расценки у коммунальных служб довольно демократичные. В зависимости от этажности и объема работ, это от 500 до 700 тысяч с квартиры. И результатом жильцы остались довольны. Мы за свой счет, нам домоуправление за наш счет прекрасно сделало ремонт. Мы довольны, уже сами стимул появился, уже сами украшаем в подъезде и картины вешаем, и цветы выращиваем, чтобы еще красивее было. Вот и шторы повесили женщины. Украшать подъезд картинами и шторами не запрещено, а руководство ЖЭУ такой креатив всячески поддерживает и надеется, что в скором времени все подъезды приобретут эстетичный вид. Впрочем, жильцы не всегда проявляют инициативу в наведении порядка. В этом случае новое законодательство позволяет коммунальным службам самостоятельно принимать решение о начале ремонта. Согласно постановлению номер 5 от 30 марта 2016 года, мы теперь без согласия жильцов можем провести ремонт в подъезде на основании актов осеннего осмотра. Расходы на ремонт подъезда отныне включаются в коммунальные платежи. Чтобы сумма не так била по карману, предусматривается рассрочка до 6 месяцев. По словам коммунальников, эта мера поможет быстрее привести в порядок даже самые неприглядные подъезды. Валентин Бойко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».